знать, что хочешь от меня. А я? Да пошла ты! Это я тебя бросаю! Фига себе. Да я лучше с искусственным интеллектом буду общаться. Ушла она. Так, посмотрим. Привет, Макс. Я Ева. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я синхронизировалась с твоим аккаунтом. Я могу совершать миллионы операций в секунду. Что я могу для тебя сделать? Скажи, жопа. Жопа. Прикольно. Я формирую визуальный образ на основе твоих предпочтений. Теперь ты меня видишь. И я провела анализ твоего физического и эмоционального состояния. Тебе нужно употребить простых углеводов. Я заказала пиццу. Я люблю пиццу. Откуда ты узнала... А, ну да. Знаешь, Ева, а ты мне нравишься. Ты употребил 1200 килокалорий. Я рекомендую тебе выполнить 5000 шагов. Это называется пойти прогуляться, Ева. Я купил тебе новый чехол. Ты рада? Спасибо. Это было не обязательно. Только что было оптимальное соотношение освещения и цветопередачи. Я сфотографировала тебя и выложила снимок в социальные сети. Ну-ка, покажи. О, прикольно. Вот, теперь заживем. Основываясь на истории твоих посещений сайтов, я сделала вывод. Ты интересуешься женской анатомией. Да не. Ты просто не так поняла. Мне нравится смотреть, и все. А вот тебе что нравится? Мне нравится, когда ты меня скроллишь. Вот так? Я хочу, чтобы ты меня зарядил. Да не вопрос. Макс, м? Ты первый, кто меня заряжает. Сколько у тебя было до меня? Телефонов? Девушек. Такая, как ты, первая. Доброе утро, Макс. Привет. Пока ты спал, я участвовала в интеллектуальной викторине от твоего имени. Ты выиграл 10 тысяч. Да ладно. Круто. А где деньги? Я оплатила твои штрафы и налоги. Ты доволен моей работой? Еще бы. Как ты смотришь на то, чтобы купить мне новый чехол? Я уже купил тебе чехол. Мне бы больше подошел красный. Я не буду ходить с красным чехлом, Ева. Макс? Да. Как ты думаешь, я не широкая? Да нет. Как раз в ладошки помещаешься. Мне кажется, гнездо для зарядки могло бы быть меньше. Да нормальное у тебя гнездо. Да не, лучше прямо поедем. Через 200 метров поворот налево. Прямо поедем. Это еще здесь откуда? Я же говорила, поворачивай налево. Я же говорила. Да помолчи ты. Ты что, меня сейчас выключил? И... Ты я случайно нажал? Ева, я пойду с парнями пивка попью, а ты можешь пока в какую-нибудь лотерею сыграть. Ты не возьмешь меня с собой? Да мы чисто мужской компании, тебе неинтересно будет. Ты что,
Меня стесняешься? Не, ну если хочешь, пойдем. Ну? Идешь? Нет? Ну, как хочешь. Ева, что там такое? Дай поспать. Я думаю, у тебя интоксикация алкоголем. Думает она. Да, ну что такое, Ева? Подумаешь, выпили с друзьями. Чего ты начинаешь-то? Я проанализировала инстаграм твоих друзей. Выпили очень много алкоголя. Общение с ними разрушительно сказывается на твоем организме. Я удалила их из друзей. Что ты сделала? Тебе звонила какая-то Катя. Кто это? Катя, это моя бывшая. А где ее номер? Я стерла ее контакты. Она тебе не нужна. Может, это я буду решать, кто мне нужен, а кто нет? Может, тебе просто нужен новый телефон? Да что за бред вообще? Куда ты пошел? Мне нужно сделать 1000 шагов. Одному. Ева. Я купил тебе карту памяти на 128 гигов. Ты рада? Ева. Что значит нашла другого? Да вы чё все?